Ой, мамочка моя, мама, господи. Проснись, Степа. Проснись. Да проснись, да, ты брат, пьяная, брат. Ты морда! Что такое? Кто это? Где я? А, это ты? Что ты натворил? Ничего. Откуда у тебя вот это вот? Где ты был? А? Я в сауне был. В какой сауне? Ну, меня Коля, наш сосед, пригласил. Он теперь в бане работает. Давай, говорит, я тебя со своими клиентами познакомлю. Что вы там делали? Ну, выпили мы с мужиками. Это я вижу. Что? Откуда у тебя вот это? Ты что, убил кого-нибудь? Или украл, а? А, это... Это деньги, это я в рулетку выиграл, вот. В какую рулетку, ты дрянь? Тебя что, еще и вот к этой вот заразе приучили? Это вы, значит, прямо из бани в казино поехали вы, да? Да ни в какое казино мы не поехали. Мы прямо там играли. Где? В сауне. Что? Что ты мне врешь, ты скотина? Какая рулетка? Какая в бане рулетка? Что значит какая, какая? Вот такая, вот. Вот. И я там у всех повыигрывал. Понятно? У всех. Минимум по 2 сантиметра. Завтра опять пойдешь?